нами Дмитрий Шевченко. Он сейчас идет на тренировку почему-то, а не смотрит матч. Почему? Потому что надо больше тренироваться, поэтому надо... Потом посмотрю матч. Сначала пойду потренируюсь. Ну, я думаю, очень тяжелым, напряженным, и будет очень много силовой борьбы, потому что Сибирь тоже хорошая, подвижная команда, много мастеровитых игроков. Михалис забьет одну, Орехов и Лех Муклюков. Если ваше предсказание сбудется, что с них попросим? Ресторан мне платить. А какой? Какой-нибудь ужин меня сводить, не знаю. Домашняя серия «Барыса» продолжается. Мы принимаем у себя в гостях в Сибирь команду, которая многое связывает с нашим главным тренером Андреем Владимировичем Скобелко. А это значит, что нас ждет крутой матч. Поехали! Добрались, и для нас это было сюрпризом, когда мы пришли на посадку, и мы еще и летели одним рейсом с нашей командой. Прекрасная арена, прекрасная. Отличная, большая, шикарная, вообще очень нам понравилось. Ну, хотелось бы победы. Ну, да, хотелось бы победы, но победит, скорее всего, сильнейший. Женышин, команда мембрлесы паспен ойнау керек. Слушай, женит те бойдем, сондағанак. Конечно, за Барыс. Я для этого сюда и приехал, чтобы поболеть за Барыс. Сейчас все будет, ребят. Подождите чуть-чуть, и мы все сделаем. Игра очень упорная, серьезная. Поэтому я думаю, что наши пацаны себя покажут. А кто шайбами отметится? Быстро. Кто? Кто шайбу забьет первую? А, Видаль. Михалис. Диз, как обычно. Почему не скучно? Шикарная игра. Даже без заброшенных шайб. Ну, нормально, забьем. Просто здорово. Энергетика, эмоции, сам матч. Болеем прям за Борис. На самом деле, это, мне кажется, впервые за последнее время, что вот прям второй период и ни одной шайбы. Это как бы, да, интересно. Мы прям в предвкушении и не знаем, что будет дальше. Как Никита как-нибудь отреагировал на этот плакат? Да, он отреагировал в этот же день, когда я... Первый раз принесла этот плакат, я сразу же подождала их. Он очень улыбался, как бы он оказался очень приветливым. Он очень отреагировал. По-моему, ему очень приятно, ему понравилось. А да, Борис! 0-0, это как-то странно. Обычно мы всегда выигрываем, забиваем. И я думаю, что в третьем периоде 100% мы должны забить, несмотря на многочисленные там удаления или еще что-то. Вот. Кто героем станет отметиться шайбой? Александр Сергеевич Диц. We'll be right back.
тяжелая была игра, вязкая. У нас, в принципе, было моментов много за счет такой хорошей игры. Мы-то торопились. Эти моменты надо было по хладнокровнее реализовать, а где-то хотели все раньше забить. Вот. Так домучились до овертайма. Сейчас отдохнем, подготовимся, и надо будет порадовать болельщиков перед плей-офф, дать энергии.